Подзарядить электромобиль скоро станет проще. Парковочные места с зарядками для электротранспорта появятся в новых жилых микрорайонах Кирова. Их создание закреплено региональными градостроительными нормами, сообщают в Минстрое. Теперь парковочные места с зарядками будут предусматривать при строительстве многоквартирных домов и торговых центров. Количество машин с особым питанием растет, а значит, для них нужно создавать необходимые условия, говорят чиновники. По информации ГИБДД, на 1 января 2024 года в Кировской области зарегистрировано более 250 электромобилей и почти 600 автомобилей с гибридной силовой установкой. Решение Минстроя поддерживают общественники. Минстрой делает все абсолютно верно, принимая такие решения, потому что, если говорить по правде, мы немножко отстаем с точки зрения развития электрозарядной сети. Это точно даст стимул к развитию электротранспорта, потому что чем больше зарядок, тем больше людей имеют желание и возможность купить и заряжать свой электромобиль. А это значит, что при таком же количестве электромобилей, автомобилей на наших дорогах в городе станет чище воздух.